Выставка транспорта от госавтоинспекции на этом автосалоне несет просветительскую функцию. Организаторы необычной экспозиции считают, что, осматривая новинки российского и зарубежного автопрома, не лишне познакомиться и с тем, на каких машинах ездили люди в погонах, начиная с 50-х годов прошлого века и до дней сегодняшних. Сегодня здесь представлен автомобиль ДПС «Мерседес» и мотоцикл «БМВ». Но могу сказать, что это не выставочные экземпляры, которые пришли сегодня на экспозицию про современную технику, а это непосредственно те транспортные средства, которые ежедневно используются в рабочей деятельности при патрулировании дорожного движения. Этот урок дорожной грамоты для учеников 17-й Красногорской школы и 7-й гимназии проходит не в классе и даже не на школьном велогородке. На импровизированной улице, выделенной для них на московском автосалоне, теорию и практику безопасного дорожного движения осваивать куда интереснее. Разметка, знаки, светофоры – все здесь, как на настоящей дороге. Большое скопление людей, и почему бы нам, пропагандистам, это не использовать? И поэтому здесь, в павильоне номер 14, организована выставка управления госавтоинспекции по Московской области. Общими усилиями мы сделали зону безопасности для детей, где ребята могут пройти практический урок вождения в велогородке, выполнить упражнения на дистанции «Безопасное колесо». Для малышей очень маленькая дистанция, но уже с дорожными знаками, с дорожной разметкой. Прокатиться на велосипеде или самокате сегодня могут не только школьники из Красногорска, но и ребята, пришедшие на автосалон с родителями. Условие одно – соблюдать правила дорожного движения. Необходимый элементарный запас знаний у большинства уже есть. Пополнить его можно, пройдя инструктаж у настоящего инспектора. После него ребята – настоящие спецы в деле безопасности. Нельзя перемигать на красный свет пешеходам. Чтобы ты был заметен в темноте. Пешеходам что? Переходить только на зеленый цвет. Когда... А на красный нельзя. Нельзя перебегать дорогу на красный свет. Машинам нельзя ехать. И еще, например, вот мы там знали, например, что нельзя подрезать кого-то, там еще что-то. Мне очень понравилось. Мне здесь все понравилось. Мне все здесь запомнилось. Мне все здесь понравилось. Хорошо. Площадка ГИБДД в Крокус-Экспо, как и сам автосалон, будет открыта до 4 сентября. И здесь ждут не только малышей, но и ответственных взрослых. С мамами, папами и педагогами школ инспекторы готовы поделиться советами и практическими материалами для обучения малышей правилам дорожного движения. Валентина Титова, Никита Рощин, Вячеслав Блажев, КРТВ.